Всем привет, друзья! Сегодня у нас легкая тренировочка, 6 раундов. И начнем мы ее со школы бокса. Время. Итак, ставим в стойку. Начинаем с простой двойки. Правый прямой, левый прямой. Встали, поехали. Обязательно следим за своими руками, за локтями, чтобы они не торчали в стороны, а были прижаты к корпусу. И за кулаками. Кулаки обязательно должны быть сжаты. Не забываем про корпус. Мы его должны разворачивать во время удара. Добавляем к этой двойке передней рукой сбоку на выходе. Выполняем упражнение, как мы называем его в боксе, почтальон. Это сдвоенный удар передней рукой и удар задней. Переходим на работу по корпусу. Сейчас будем бить мой любимый удар навстречу левой по печени. Для этого нам надо вытянуть соперника, для того, чтобы ударить навстречу. Поэтому мы становимся в стойку, активно работаем передней рукой, бьем джеб, дергаем. Как только мы видим, что начинает движение задней рукой, мы тут же вставляем ему левую в печень. У нас будет работа на реакцию, координацию. Для этого нам понадобится такой тренажер. Практически у каждого боксера есть кепка и мячик на резинке. Надеваем и начинаем бить по мячу. Как только вы почувствовали мяч, нужно добавлять движение ногами вперед, в сторону, назад, как вам удобно. Но мы не стоим на месте.